чистая не там, где убирают, а там, где не мусорят. Фраза, проверенная временем. Сегодня каждый жилой дом в городе на Двиной обеспечен местом сбора отходов, как обычных, так и крупногабаритных и строительных. Охват стопроцентный сбором как твердых коммунальных отходов, так и вторичных материальных ресурсов. То есть в каждом дворе у нас на сегодняшний день установлено два контейнера, евроконтейнера оцинкованных объемом 1,1 метра кубический. Один предназначен для сбора отходов пластмасс, второй для сбора отходов стекла. Однако сегодня есть и те, кто не руководствуется правилами сбора мусора, за что предусмотрена административная ответственность как для обычных граждан, так и для организаций. За текущий год только коммунальными службами уже составлено 4 протокола, согласно которым организации, нарушившие законодательство, должны выплатить штрафы общей суммой более 1000 белорусских рублей. Для выявления лиц, совершающих подобные правонарушения, ответственные службы используют возможности широкой сети фото и видеокамер, ловушек и фиксаций. В настоящее время предусмотрена ответственность законодательством как на граждан, так и на индивидуальных лиц и организаций. Эта сумма на граждан составляет до 1200 рублей, на предпринимателей до 4000 рублей. Ну а руководитель организации понесет ответственность, которая получит штраф до 40000 рублей. Здесь важно заметить, немаловажную роль играет сознательность и ответственность человека. Правила утилизации отходов просты и понятны. Впрочем, как элементарно и само действие донести мусор до урны или контейнера. Не нужно стыдиться сделать или бояться сделать замечание своему соседу, который не соблюдает там законы в части сортировки отходов и правильной их утилизации. Не нужно стесняться молодой компании сделать замечание, которая сидит на лавочке и свои, скажем так, пустые тару от тех напитков, которые они употребляют, выбрасывают в урну, а не в контейнер, который расположен в 5 метрах от них. И тогда общими усилиями у нас будет красиво, чисто и будет все хорошо. Согласно новым правилам, с 1 декабря строительные отходы будут собираться в отдельные контейнеры. Для сбора такого мусора рекомендуют сделать отдельные отсеки на контейнерных площадках. Вывоз строительных отходов будет осуществляться раздельно в рамках установленных тарифов. Изменение этого порядка не повлияет на увеличение стоимости для населения. Ангелина Лазовская, Елизавета Борбат и Антон Лещенок. Телеканал «Звезда».